Больше, чем на 20% вырос заработок работников Могилёвщины у первой половине 2024 года в сравнении с аналогичным летошним периодом. Специалисты Головного областного статистического управления провели анализ заработной платы за последние месяцы. Так, по информации специалистов статистического управления, средний заработок по области за первое полугодие складает больше за 1787 рублей. Это без улику заработку микроорганизаций и малых организаций без ведомостной подпорядкованности. Все лето у червени я насклала 1923 рубли. Те амаль на 20% больше отповедного летошнего периода. По статистике, самыми высокооплатными являются работники информации и сувязи. Средний заработок их с початку года складает 2746 рублей и перевысил областный уровень у 1,5 раза. Значно выше, чем у целым по области заработная плата у финансовой и страховой деятельности – 2570 рублей. У профессийной, науковой и техничной деятельности складая амаль 2150 рублей. У будовництве – 2069 рублей. У промысловости – 2004 рубли. По информации областного статистического управления, за полгода наибольший рост реального заработка на 23% отзначается у сферы будовництва. У сферы нерухомости амаль на 19% и інших видах послуг крыху больше, чем на 18%. У промысловості показчик, як і у цілому по області, узрос на 14,5%, а у бюджетних організаціях на 13%.